Приветики, мои дорогие! Приступаем к тестированию наших товаров с распаковочки. Давайте с вами сделаем выкраску супер гель-лаков. И не знаю, супер, не супер. Давайте его выкрасим. Супер, не супер, без понятия. Сейчас глянем. Текстуру, говорю. Ну, текстура, в принципе, похожа на ту, что я люблю. Сейчас мы посмотрим с вами выравнивание. Как они будут выравниваться. У кого эти гель-лаки есть, отпишитесь мне, пожалуйста, кому как нравится или не нравится. Ой, эти супер гель-лаки, мама родная. Ну, вроде выравнивается. Но это опять же типс. Хотя нет. Однозначно, наверное, придется... Вот здесь проплешина. Однозначно, наверное, придется тут два слоя. Ну, я не знаю, в общем. Ну, я его в два слоя попробую нанести. Так, я его кину. Пока пускай лежит в лампе. Поехали дальше. МДСКЛ. Сначала номер 9595. Это же надо было так. Ну, так вот у них так. Так, смотрим вот этот красавец. Посмотрите на него. Девочки, это просто, не знаю. Он по текстуре чуть-чуть жиже, чем гель Favor. Но, я имею в виду, у меня просто два похожих цвета. Видите? Можно уложить в один слой. Но давайте я попробую уложить его в один слой. Так. Красавец. Выравниваются отлично. Это номер 95. Ссылочки оставлю. Девочки, посмотрите, какой он красивый, бомбезный. Так, дальше. Следующий 95. Вот такой же, я не знаю. Вот так вот. Такая у них нумерация. Кисти мне их нравятся однозначно тоже. И текстура лаков сопливая, как я люблю. Так. У меня такое чувство, что это тоже витраж. Ё-моё. Вот это папандос. Оно сейчас... Девочки, он, по-моему, тоже витражный. Как гёрлы у меня. Два витража у меня от гёрла. Оно... Да, видите, текстура. Ну, выравнивается отлично. В принципе, они такие. Девочки, это, по-моему, тоже витраж. Ну, глянем на второй слой. И вот такой номер 99. Я не помню, что это. Очень красивый. Что-то у меня подозрение, что это кошка. Сейчас я гляну. Потому что шиммера много. Такой красивый цвет. Выравнивается отлично. Вот один слой. Буду, конечно, смеяться, что это кошка. Нет, это не кошка. Господи, слава тебе, Господи. Думала, что у меня же вроде такой похожий есть. Красивый, девчонки, цвет. Такой вот необычный какой-то. Я даже описать его не могу, но симпатичный. Сейчас мы ставим с вами их 90, вернее, на 30 секунд. Вот, сейчас мы посмотрим, нам, наверное, придется два слоя. 95-й, наверное, нет. Вот этот, который с шиммером, нет. А вот этот, наверное, витражик. Этот тоже, наверное, не будем выкладывать. 99-й тоже. А вот это придется. И мы с вами приступим к выкраске. Или не к выкраске, а будем пробовать... Сейчас с вами на моих стареньких типсах я сейчас буду пробовать. Давайте я сейчас возьму эти лаки. Просох. Вы знаете, он в этой, в лампе, он в это. Смотрите, он разровнялся там, такие. То есть ему надо давать время. Такой интересный. Значит, одного слоя достаточно на типс. Наверное, на ручку придется больше. Этот номер 95 с шиммером глубоким.
Очень похож, только чуть-чуть. Он именно синий, такой вот синий цвет. А этот больше индиго, он чуть-чуть ярче, этот синий. Ну, прикольный. Прикольный этот 95-й номер. Так, это что у нас? Это вот, девочки, это витраж. Видите, вот сейчас я нанесу второй слой. Это витраж. Боже, у меня этих синих витражей теперь. Ой. Да, девочки, это витраж. Или можно его, в принципе, попробовать на пластину в два слоя. Тоже неплохо. Сейчас я поставлю, пускай сушится. В общем, ничего. Не расстраиваюсь даже. Ну, куча витражей одного цвета, это, конечно, уже чересчур. И вот такой красавчик 99-й номер. Такой симпатюлечка. Такой шиммерный, такой шоколадный оттенок. Даже не знаю, как описать. Ну, симпатичный оттенок. Сейчас я их туда подальше отставлю. И потом вам буду подводить итоги, расскажу. Так, у нас на арене. Вот смотрите, девочки. Вот он синий. Вот как с чем сравнить, не знаю. Синий. С этим пальцем, что ли. Ну, чисто синий цвет. Неплохой. Так. Давайте же приступим с вами к тестированию вот этих втирочек. Или это не втирочки, я не знаю. Но похоже на втирку больше. Сейчас мы с вами глянем. Вытащим спонжик. Born Pretty 46.3. И Born Pretty 46.2. Сейчас мы глянем, на чем он пойдет, как он пойдет. Так, я их открываю. И давайте попробуем, я не знаю, топ без липкого пробовать. Ну, давайте попробуем на одном типсе. Я сейчас гляну, будет ли работать с топом без липкого слоя. Так, долго просушивать его на всякий случай не будем. Сейчас я достану ее. Я хочу сначала вот эту попробовать. Сейчас я открою. Это розовое золото. Буквально чуть-чуть. Так, 7, 8, 9, 10. Все. Пробуем. Так. Стирается. Красивый. Так, что-то я подозреваю, что это павлин-шмавлин. Сейчас, девчонки. Такс. Да, девочки, это павлин-шмавлин. Ага, что-то он стирается, видите? Так, павлин-шмавлин. Красивый павлин, только что-то мне не нравишься ты, павлин-шмавлин. Как я и подозревала, видать, надо в топ с липким слоем, либо в липкий слой лака. Давайте попробуем в топ с липким слоем. Так, работать будет сейчас Коди. Старенькая бутылочка уже у меня. Там совсем его чуть-чуть осталось, то я уже добиваю. Так, и я думаю, что вторая то же самое. Сейчас отправлю, пока открою, она и высушится. То же самое, я думаю, что вторая будет тоже. Похоже на павлинчика. Ну, глянем с вами. Пока будет сушиться, я быстренько открою при вас втирочку. Даже это можно уже сказать не втирочка, если надо, в липкий слой. Раз, перевернули. Так.
Сейчас глянем. Посмотрим там, посмотрим там. Все, готово. Да. И будем его, вернее, ее как бы притаптывать. Цвет девочки, конечно, закачаешься. Так, мне нравится этот цвет розового золота. Такой он красивый. Нежный. И вот действительно подойдет ко всему. Все. Так. Ну вот. Мы и втерли. Так, давайте дальше. Тут делаем ту же самую операцию. Также берем, втаптываем в липкий слой. Так. Видите, как призма гуляет по нему. Павлин-шмавлин. Так. Тяжеловато, конечно, они втираются. И даже в липкий слой вот я втерла. Ну, есть у меня такая. Ну, надо в липкий слой, девчонки. Или в гель-лак. Или сейчас я возьму салфеточку. Или в гель-лак, или куда? Палец протру свой. Так, ну вот сейчас я вам покажу. Да, это павлин. Эффект призмы, да? Красивый. Тут даже, видите, на черном и не видно. Просто как призма. А вот это розовое золото. Ну, давайте попробуем перекрыть топом. Под топом обычно проявляется вся сущность втирки. Так. Так. Снимем. А то у нас будет весь топ в блестках. Давайте попробуем просушим. 5 секунд. Я закрою эти баночки, чтобы не рассыпать. В общем, что я вам скажу. И ссылочки, естественно, я оставлю. Но рекомендовать я не рекомендую. Потому что это заморочка с липким слоем. Без липкого гораздо быстрее. Там можно, если что, исправить дизайн. Это заморочно. Вот они какие-то там были дешевые. Поэтому я попробовала заказать. Ну, в общем, чтобы я сказать, что я довольна, я недовольна. Ну, так себе. Так себе, знаете, вот хай буде, как у нас говорят на Украине. Вот хай буде и все. Скажу, что я буду, наверное, я ей даже и пользоваться, если честно, не буду, скорее всего. Сейчас это досушивается, хотя я включила. Что такое с лампой, с моей? Все, она уже высохла. Сейчас я вам покажу. Ну что, ну так интересно смотрится, ну призма, вот это красивая, а это здесь хоть она и синенькая, да, вот смотрите, но она работает больше как простая призма, да, вот красиво, ну интересно, ну только заморочено вот с этим липким слоем лака или топа, это заморочено, конечно. Так, и еще один продукт у нас на арене. Так, я сейчас вытру пальцы эти. Ой. Так, звездочки. Звездочки. Черненькие. Давайте базу. Так.
уже этим типсам 99 лет в обед. Тут еще какая-то втирка, что ли, была или что, я не знаю. Ну, неважно. Нам нужно сейчас глянуть эффект, как оно будет укладываться. Если, ой, смысл их укладывать вообще, брать ли. Да? Ну, вот я взяла одну. Как бы возьму несколько штучек и разложу. Но их видно, наверное, девочки, не будет на черном. Они как бы блестят, но на черном их не видно. Не блестят, они толстенькие. То есть на бок их уже не выложишь. Ну, блестят хорошо, вам видно, наверное, да, как они блестят. Давайте попробуем на белом. Потому что на черном не видно ничего. Давайте попробуем на белом. Так. Не знаю. Девочки, смотрите сами. Что я могу сказать? Налепилась уже куча мне тут. О, скайпа выкладывается, лучше будет видно. Ну вот, сейчас я их попробую чуть-чуть покатать по базе, разложить на бока везде. Вот так вот. И мы глянем. Звездное это небо. Специально на бок выложу. И мы сейчас посмотрим. Сейчас я их просушу. И верну. Просох наш типсик. Сейчас мы глянем. Да, торчат со всех сторон. То есть их нужно бафить, пилить. Сейчас я попробую еще раз базой, толстым слоем. Короче, что я вам скажу? Ссылку я оставлю. Как всегда, ссылку я оставлю, а ваше дело брать, не брать. Смотрите сами. То есть там обязательно надо бафить, запиливать. Ну, не знаю, сейчас я просушиваю. В общем, все. Что я вам могу сказать, девочки? Смотрите, заказывайте, нужно, пожалуйста. Так, вот такие у нас были на арене товары сегодня в нашем с вами тестировании. Так у нас получилось. Что мы еще с вами тестировали? Я ничего не потеряла. А где эти супер втирочки? Born Pretty. Так. Куда я уже дела? Вот они. Эти втирки. Да, ощущение такое странное какое-то. Или не просохло просто. Прикольно, да. Понравилось мне. Это на черном. Тут вообще капец. Страшно смотреть просто. Тут базу я еще положила. И чуть-чуть вот здесь вот в одном месте. Маленькая. Но перекрылась, девочки. То есть, если еще чуть-чуть или забафить. Вот здесь вот, вот маленький кусочек. Видите, слышите? Вот тут вот. Все, это единственный кусочек, где вылезло. Остальное все перекрылось. И все, чуть-чуть можно даже подбафить или перекрыть топом. Ну, так смотрится, я скажу, голографически. Так интересно, чем-нибудь добавить дизайн какой-то и все. То есть ссылочки я, конечно, оставлю. Вот такие вот у меня были покупочки. Так что, девчоночки, дерзайте.
Все в ваших руках. Спасибо, что со мной. Еще раз говорю, не один раз это скажу. Спасибо, что заходите ко мне в гости. Спасибо за то, что вы остаетесь со мной и не уходите от меня. Всем большое, большое, огромное спасибо, благодарность, потому что мне действительно это очень приятно, и это нужно. Это для меня сейчас вообще очень важно. Такое было с вами у нас тестирование. Вот все мои продукты. В принципе, считаю успешно, потому что, в принципе, неплохо. Не скажу, что ужасно, но и неплохо. Нормально, короче. Вот лаками я довольна, витражом уже третьим я тоже довольна. В общем, все хорошо, девочки. Так, ну эти втирочки, в принципе, имеют место быть, но опять же, это заморочка с липким слоем. Так, это ваше дело. Заказывайте, хотите, не заказывайте. Так что, девчоночки, ссылочки, как обычно, я оставлю, естественно. Была очень рада с вами поговорить, пообщаться, поприкалываться. Мне очень приятно. Я вас люблю, всех обожаю. Пока. Тёмики, тёмики, пока.